Всем доброго дня, в эфире посольства Российской империи. На днях произошла новая волна удаления российских блогеров с платформы YouTube, чему и будет посвящено наше видео. YouTube больше не является площадкой, где российские блогеры могут свободно высказывать свое мнение. Эти времена в прошлом. На платформе и раньше продвигалась в русском сегменте точка зрения прозападных подстилок иногентов Дудя, Варламова и иже с ними. Но теперь этой ущербной точки зрения практически не осталось никакой альтернативы. Трендами заправляют те, кто не связывает свое будущее с Россией, а поддакивает сатанинствующим кураторам Запада с целью подготовки настроений, которые могут привести в России к уличным беспорядкам. На этот раз репрессии коснулись канала популярного российского блогера и политолога Дмитрия Никотина с полумиллионом подписчиков. И вот сегодня с чем я столкнулся, да, вот ты на себе прочувствовал вот это вот отношение, как, извините, ну, к второсортному какому-то. То есть что ты увидел? Что одним можно все, это первое. Другим будет нельзя ничего. Я, как обычно, под вечер хотел зайти к нему на канал, чтобы узнать, как продвигается спецоперация. Что нового на фронтах и какие к этому есть исторические параллели. Мне сейчас запрещен доступ создавать какие-либо аккаунты на YouTube. У меня закрыт полностью мой аккаунт. Удален канал, даже который не был связан с политикой. У меня до этого был YouTube-канал. Я когда-то увлекался видеоиграми, и у меня там были мои видеоролики. И каково было удивление, когда канала Дмитрия не оказалось на YouTube вообще? Я подумал, что это какой-то глюк. Решил проверить по истории просмотров, где обычно сохраняются все видео, которые вы смотрели со своего аккаунта. Но и оттуда видео все были удалены. По мнению YouTube, Дмитрия Никотина больше не существует. Он отменен. Вы же понимаете вообще, к чему идет? Ну, сейчас нас блокируют вот по такому принципу. Если ты как-то пытаешься хоть где-то выступить за русский народ, то уже все, ты автоматически враг. Если ты как-то пытаешься указывать на те геополитические процессы, которые происходят сейчас в мире, если ты говоришь, посмотрите на действия США, а вот посмотрите противоречия в высказываниях Зеленского, все, ты враг. Информацию о блокировке подтвердил сам Дмитрий Никотин в своем телеграме. При этом он отметил, что YouTube удалил его второй игровой канал, где вообще не было ни одного ролика про политику. Но что будет дальше? Кто окажется следующим врагом и кто? ЛГБТ-повестка, если ты отрицаешь существование 53 гендеров, ты станешь автоматически врагом. Я смотрел видео Дмитрия почти каждый день. Хочется поддержать автора добрым словом и информационно. Ссылку на его телеграм оставлю в описании под видео. Дмитрий, несмотря на удаление твоего канала, я буду продолжать традицию просмотра твоих видео и в Телеграм, и ВКонтакте, и на Яндекс.Дзен. И уверен, что большинство твоих зрителей будут делать то же самое, мы с тобой. Ты невероятно эрудированный, образованный человек, и твой аналитический ум украшает Россию. Аналогичная судьба коснулась канала Саня во Флориде с миллионом подписчиков. В этот день YouTube решил удалить все мои каналы на платформе. У меня был удален главный канал, 1 миллион подписчиков, и запасной канал, 150 тысяч подписчиков. Это был один из немногих оставшихся блогеров, которые освещали действия СВО не с прозападной стороны, а с точки зрения объективных событий, сравнивая информацию из разных источников. Ну, я думаю, что да, чистка YouTube только началась. Если у вас какие-то вообще есть хоть какие-то, хоть немножечко пророссийские взгляды, то вас, скорее всего, с YouTube удалят. Вообще все удалят. Потому что YouTube становится буквально реально такой пропагандистской платформой. Потому что там разрешена только одна точка зрения, понимаете? Где же свобода слова YouTube? На американских платформах ее становится все меньше и меньше. А зачем нам такая свобода слова, если русское слово находится под запретом? А зачем нам такой мир, если там не будет России? На YouTube практически не осталось российских патриотически настроенных каналов. Зато помоек, так или иначе финансируемых Западом, хоть отбавляй. Не нравится, как какой-нибудь иноагент Невзоров хаят Россию. Геноцид, голодомор, лагеря, гулаги. Так тут же можешь переключиться на какого-нибудь больного Ходорковского. Иноагрессию необходимо остановить, украинские территории вернуть. Или иноагентов из шайки Навального. Война нашей стране не нужна. Сука, блядь, стала, сука. Все спокойно сидят за границей и вещают против России. Их никто не удаляет, а наоборот, выводит в тренды.
Зачем нам такой YouTube, где свободно себя чувствуют только те, кто не стесняясь поливает Россию грязью или делает вид, что их не касается удаления каналов соотечественников? Я склоняюсь к тому, что пора запрещать YouTube в нашей стране. Все равно там нормальных российских СМИ и блогеров практически не осталось. Чем раньше это произойдет, тем быстрее будут развиваться наши отечественные площадки. Считаю, что популярным блогерам стоит переносить свой контент на российские площадки, и чем скорее, тем лучше. Этот видеохостинг, удалением российских каналов, отключением монетизации четко показал, как относится к пользователям из России. Нет никакой гарантии, что YouTube через какое-то время сам просто не начнет банить пользователей за то, что ролики у людей выходят на русском языке. YouTube решил, что мое мнение, оно полностью должно быть уничтожено. Мое мнение не должно существовать просто. Меня полностью выпилили, что называется, с YouTube. Удалены все мои каналы, и мне запрещено создавать новые каналы. Те, кто у меня брали интервью, теперь переживают и скрывают их, потому что знают, что либеральная диктатура может добраться и до них. Однако есть и победы в нашей стране над ютубовской цензурой. Телеканал «Царьград» показал всему миру, что неуважение к законам России обходится очень дорого, не только в переносном, но и в самом прямом смысле. Google заблокировал YouTube-канал «Царьграда» в июле 2020 года, сославшись на то, что основатель телеканала Константин Малафеев находится под санкциями США. «Царьград» подал иск к интернет-компании и после судов получил 1 миллиард рублей неустойки за блокировку своего канала на YouTube. Эти деньги канал вложил в поддержку спецоперации. YouTube – это рупор прозападной либеральной пропаганды, который необходимо раз и навсегда заткнуть. Пусть либералы здесь сидят под VPN-ами и друг на друга любуются, соревнуясь, кто больше ненавидит Россию, а мы будем развивать свои информационные площадки. Закрытие YouTube ускорит процесс импортозамещения и придаст уверенности в завтрашнем дне. За последний год нашими основными площадками стал ВК и Яндекс.Дзен, куда вас приглашаю, друзья, подписаться. В ВК у нас уже больше 10 тысяч человек в группе. И хочу сказать, что отечественная соцсеть мне куда ближе, роднее и полностью соответствует требованиям и пожеланиям. Так что подписывайтесь на нас в ВК, на Яндекс.Дзен, в Телеграм. И будем постепенно забывать YouTube. На этом все. Русские, вперед!